директор приехал. А сами Станислав Владимирович, директор фирмы «Притор», ну и, соответственно, и учредитель того фирмы «Притор». Легендарной фирмы. Да, «Притор». Да, да. Много знаменитой. Знаменитейшей фирмы, которая не потратила ни копейки денег на рекламу, а ее знает весь город. Вы же на рекламу не тратили, нет, вы тратите нет, только нет, деньги. Только на праздники, на развитие, на парк. Стас, ну мы вот сейчас погуляли, ну реально красиво. Стараемся. Реально красиво. Ты посмотришь, что нам там ну, пожелали мамы, папы. Значит, гуляли с твоим директором. Ну, тоже очень толковый парень, очень понравился. Скажи, как же это правильный вопрос задать? Перспективы? Не, ну даже не перспективы. Следующий сезон, вот тоже здесь у вас будет установка детям не продавать пиво? Да, детям не продавать. Да, однозначно. Жесткая здесь, установка. Здесь выборы также, как бы закончились. Здесь также отдыхают и наши дети. Выборы закончились, понимаешь? Если в прошлый раз Владимир Дмитриевич лично там чуть ли не приезжал и не проверял, и особенно с точки своего, ну там где к ним каким-то отношение имеет Влад Владимирович. Я помню, когда он ему звонил и говорил, Влад, ну ты не дай бог мне. Сейчас выборы закончились. Нет, это наше даже как моральное правило. Нам ни к чему вот эти все проблемы житейские, детские, развитие, то есть у всех свои дети, все это мы понимаем прекрасно. Ну, как бы не приветствуем это все, будем с этим тоже бороться. Как ты думаешь, мы сможем сделать вот так, чтобы по всему городу не продавали? Дмитрий же ж не сможет каждому обзванивать и каждого просить по-родственному. Это понятие самих людей, это внутренний голос людей, как люди все это понимают, осознают. Тут сознательность наших горожан. Ваши планы вот на этот парк еще, на этот год, какие ваши планы, что вы видите? Создавать, стараться все лучше ухаживать, развивать благосостояние. Трансплощадка, какие на нее есть виды? Финансовые трудности, ну, думаем приводить в порядок. Ну, не трансплощадка, может что-то там создадим. Да там немного. Какую-то культурно-массовую деятельность. Вот именно культурно. Что-то для детей, мы уже об этом думаем. Пока не будем говорить, чтобы не быть голословными. Согласен. Да, уже создаем. Занимаемся. Стас, пожелания. Я традиционно всегда заканчиваю свои такие мини-интервью. Пожелания нашему движению, у истоков которого стоит и Влад Чайка, и Алексей Прибасов. Любите свой город, принимайте участие в своем городе, убирайте свой город. Все зависит. Мы ж мусорим, мы ж создаем сами хуже своему городу, когда сами сорим. Спасибо.